just like to say that I'd really appreciate it if we didn't have kids running around during the talk. Прежде чем начать, хотел бы сказать, что я буду очень признателен, если у нас во время лекции не будут бегать и кричать дети вокруг. So we request the parents of the darling little children to make some other arrangement for them. This morning I saw there was some arrangement for them to be occupied, so they're not just running around wild. Хотелось бы попросить родителей наших любимых, замечательных детишек, чтобы они организовали что-то, чтобы сегодня утром было что-то организовано, чтобы дети просто так сами по себе не бегали и не кричали здесь. I was just in Croatia, a staunchly Catholic country, Roman Catholic. Я приехал в Россию из Хорватии, это католическая страна, там большинство населения такие жесткие католики. And I mentioned that to the devotees my own experience as a child going to a Catholic church regularly. И там я вспомнил, что в детстве тоже регулярно посещал католическую церковь. That they could also relate to, as many of them also used to regularly attend church. И местные преданные понимали, о чем идет речь, потому что также воспитывались в религиозных семьях и также еженедельно посещали церковь. So during the religious service called the mass, there's no question of children running here and there. Parents keep them under control. В католических храмах во время богослужения, которое называется месса, недопустимо, то есть речи не может идти о том, чтобы дети бегали по церкви, то есть их родители контролируют. And here in this predominantly Muslim state of Tatarstan, I'm sure in the mosques that children aren't just running here and there. И здесь, в Татарстане, большая часть населения, которое исповедует ислам, тоже, скорее всего, в мечетях не встретить во время служб, чтобы дети бегали и кричали. So kindly keep the children under control and let them learn from an early age the solemnity, the gravity of religious services. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о детях и обучайте их с самого начала вот этому моменту серьезности и важности, значимости богослужения и служб. For instance, this child here, the parent may parents may kindly вот, например, ребенок. Родители, пожалуйста, обратите внимание. There are no parents present. No parents? Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om agyanatimirandhasya gyanam janashalakaya. Чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха. Нама шрештам манамапи шачи путра матра сварупам. Рупам тасья граджамуру пуринг матурим гоштаватим. Радха кундам гиригарамахо радхика матавашам. Прапто ясья пратита крипая шри гурун там натосми. Вандехам шри гуру шри атах падакамалам шри гурун вайшнаванша шри рупам сагрджатам
Sahagana raghuna tanvitam tam sajivam. Sadvaitam savadhutam parijana sahitam krishna chaitanya devam. Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsa Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare As most of you probably know, I am quite strict in the matter of sanctioning home deity worship. Вероятно, вам известно, что я консервативен и строг в отношении поклонения домашним божествам и начала этого поклонения и разрешения на это поклонение. And you may wonder why that is so. Можете подумать, почему так? When Srila Prabhupada encourages that, Srila Prabhupada ведь вдохновлял преданных поклоняться божествам дома. But Srila Prabhupada also wanted proper standards to be maintained. Но при этом Srila Prabhupada хотел, чтобы поддерживались определенные стандарты. And because I see that almost everywhere where home worship is going on, standards are not being maintained. И поскольку я вижу, что во многих случаях эти стандарты не поддерживаются, поклонение божествам, I'm very cautious in this matter. Именно при поклонении домашним божествам, то я проявляю осторожность и осмотрительность в этом отношении. And even if devotees tell me they're able to maintain the proper standard, I'll still have reservations. Поэтому даже когда преданные говорят мне о том, что они в состоянии соблюдать высокие стандарты, я все равно отношусь к этому с осторожностью. I will ask then, if you're sick, then who will do? Обычно я задаю подобные вопросы. Когда вы заболеете, будете болеть, кто будет поклоняться вашим божествам? When you get old, or when you die, who will look after the deities? Или когда вы состаритесь или оставите тело, кто будет заботиться об этих божествах? Do you actually know the standards? А вообще известно ли вам надлежащие стандарты поклонения божествам? So many times also I see devotees, they take up deity worship, then after some time they say, oh, I don't want to do it, or I can't do it. Встречаются случаи, когда преданные начинают поклоняться божествам, но потом со временем говорят, что не могут продолжать это делать. Even though at the time of starting it, they insist that they will do it throughout life. Несмотря на то, что в начале, когда они только думали о том, чтобы начать поклоняться, они заявляли о том, что смогут делать это на протяжении всей своей жизни. In this regard, I wish to narrate about some recent correspondence that I received. Поэтому в этой связи хотел бы рассказать об одном случае, когда преданная написала мне о подобной ситуации. Whose parents are they? Please. Махакша. Yeah. So, yes. You think it's funny? I don't think it's funny. Ну, вам смешно, но мне не смешно. I'm going to mention the names of the devotees involved. Я назову имена этих преданных, которые связаны с этой историей. Not as a matter of blame. То есть я это делаю не для того, чтобы обвинить кого-то. I know the devotees are all very good and serious and sincere devotees. Я знаю, что это очень серьезные и искренние
и замечательные и преданные. But I just wish to, well, maybe for that reason especially, I want to draw attention to the fact that even very good devotees who want to serve deities in the best way may find themselves unable to do so. И именно в этой связи это пример показательный, что даже хорошие, серьезные преданные, которые хотят служить божествам, могут оказаться в таких ситуациях, что не могут делать это надлежащим образом. And an unfortunate situation arises. То есть может появиться такая сложная ситуация. Now you may know that Gadadhar Pandit Prabhu, who is unfortunately not present here now, he quite some time ago he was living in Udupi in South India as a brahmachari. Гададхар Пандит Прабу, возможно, вы знаете его, вот он не приехал в этот раз на фестиваль, а в течение какого-то времени, нескольких лет, жил в Южной Индии, в Удупе, как брахмачари. We had a rented house there where there were students living who were also practicing Krishna consciousness. У нас там был арендован дом, и там жили студенты, которые также практиковали сознание Кришны. And he was residing there and studying, giving association to the student devotees. And studying Sanskrit also. И Гададхар Пандит жил там, изучал санскрит и общался, поддерживал общение с этими преданными студентами. And as you probably know, he's gone on to translate so many books from Sanskrit to Russian. И вероятно, вы знаете, что он перевел много книг уже с санскрита на русский. And he'd asked me to announce that his edition of Vishnu Sahasranama in Russian is now available. Is that available here? И он попросил меня сделать объявление, что Вишну Сахасранам на русском языке, она вот уже опубликована и доступна. Uh-huh. Or maybe the продает, не знаю, продается ли она здесь, на фестивале. Maybe the devotee bringing them has not brought them yet, but apparently that's going to be available here, so you may avail of that. Ну, возможно, не привезли еще преданные, которые приедут, но в любом случае ее можно будет приобрести здесь на фестивале. So one time when I visited that center in Udupi, I saw that he was worshipping small deities of Radha and Krishna. И в один прекрасный момент, когда я в очередной раз посетил этот центр в Удупе, я увидел, что там поклоняются небольшим божествам Рады и Кришны. I was a bit surprised because the proper system is that you should ask for permission and blessings before you start. Меня это удивило, конечно, потому что обычно, прежде чем начать поклоняться божествам, нужно спросить разрешение у духовного учителя. But anyway, he was worshipping, and all right, you're worshipping, you can do. Ну, что поделать, то есть Гададхар Пандит уже поклонялся им, и, так сказать, можно было просто продолжать. I asked him if he would continue throughout his life. He agreed. И я спросил у него, а ты будешь поклоняться божествам этим всю свою жизнь? Он сказал, да, конечно. Unexpectedly, after returning to Russia, he married. And, all right, that's also all right. No harm. It wasn't expected, but it happened. So all right, that's good. И вернувшись в Россию, он неожиданно женился. Ну, в этом нет ничего страшного. То есть это такое случается, пусть и неожиданно. So at some point he found that his wife herself being of sick disposition
that he wasn't able to continue the deity worship. И со временем он понял, что не может должным образом поклоняться божествам, поскольку его жена, так сказать, требует особого внимания в силу своего здоровья, то есть по причине плохого состояния здоровья. So he proposed that one fairly elderly female disciple of myself could take that worship. И тогда он предложил, чтобы этим божествам стала поклоняться одна из моих старших учениц. And he assured me that she would be able to put in the time and the energy and be able to keep the standards nicely. И он убедил меня в том, что она сможет поклоняться им должным образом, соблюдая стандарты, соблюдая, так сказать, распорядок дня и все остальное. So I agreed. Я согласился и на это. I gave that Mataji the required initiation for doing so. И дал этой Матаджи посвящение, второе посвящение, необходимое для поклонения божества. And now she's getting quite old. Сейчас она уже состарилась. And there's some proposal that her daughter, who's also a very good devotee, that her daughter take over the deity worship. И сейчас, так сказать, речь зашла о том, чтобы ее дочь этой преданной, которая также сама по себе является замечательной преданной, начала поклоняться этим божествам. Could someone take charge of the children? Whoever have parents, whoever have children, please take charge of them. Пожалуйста, преданные, у кого есть дети, позаботьтесь о том, чтобы дети здесь не ходили. This boy? Кто-нибудь? So she's married to a devotee whose guru encourages home deity worship, and he wants her to worship the deities at home. So she asked me what to do. He means her husband? Or yeah, her husband. И эта матаджи замужем за преданным, духовный учитель которого вдохновляет своих учеников поклоняться домашним божествам. Поэтому, соответственно, муж хочет, чтобы божествам этим поклонялись. И матаджи написала мне письмо с вопросом, что мне делать, поклоняться или нет. So I said, then you follow your husband's desire, and I'll give you the requisite initiation for that. И я ответил, что нужно следовать желаниям, с указанием своего мужа, и если необходимо, то есть я готов дать второе посвящение, чтобы поклоняться этим божествам. Because the principle is also there of following the husband. Поскольку жена должна следовать мужу. For getting that initiation, she requires to pass the Bhakti Shastra exam. А для того, чтобы получить второе посвящение, необходимо сдать Бхакти Шастры экзамен. So recently she wrote a letter to me, a heartfelt letter describing her situation. И недавно она написала мне очень эмоциональное письмо, в котором описала свою ситуацию. Of her very sincere desire to do the best she can, but her inability to do everything that was expected of her. И в этом письме она объяснила, что она готова, так сказать, делать все, что от нее требуется, все, что от нее зависит, но при этом она не чувствует, что она способна сделать это. So this letter was written in the beginning of June this year. Письмо я получил
в начале июня в этом году. She wrote as follows. Итак, она написала. I'll just read it line by line, and then that can be translated. I have the original. Yeah, but I'll read it in English right. also. I'll read it in English first, and then you can follow that. So, you wrote to me that I can get second initiation this year. Вы мне написали о том, что я могу получить в этом году вторую инициацию. I know that the main requirement for Brahminical initiation is to complete the Bhakti Shastra course. Я знаю, что основным требованием брахманической инициации является прохождение курса Бхакти Шастры. I tried to enroll in a Bhakti Shastra course this year, but I realized that for me it is a heavy load because I have my family responsibilities, children. I have a debt to Srila Prabhupada and you, and I cannot cope. Я попыталась в этом году поступить на Бхакти Шастры, но поняла, что для меня это тяжелая нагрузка, потому что у меня есть долг перед детьми, есть долг перед Шрилой Прабхупадой и вами, и я не справлюсь. We survive, that means her family. We survive on selling prasadam, and therefore I have to cook a lot every day. Мы, она говорит про свою семью, мы живем, распространяя прасад, и поэтому мне приходится много готовить каждый день. I had to give up studying Bhakti Shastras because I did not have time to take care of my children. I did not have time to listen to Srila Prabhupada's lectures. They are very important to me. I did not have time to chant japa. Мне пришлось бросить изучение Бхакти-шастр, потому что я не успевала заботиться о своих детях, не успевала слушать лекции Прабхупады, а для меня они очень важны, и не успевала вычитывать джапу. This year I will start educating my daughter at home, following Srila Prabhupada's instructions. We don't want her to study at school. В этом году мне еще предстоит обучать свою дочь дома, так как, следуя Прабхупаде, мы не хотим отдавать ее в современную школу. This is another burden for me, as I will have to become her teacher. Это еще одна нагрузка для меня, так как учителем ей стану я. In my last letter, I wrote to you that I am preparing to accept the deities of Sri Sri Radha Shyamasundara and Sri Gauranga Mahaprabhu. В прошлом письме я писала вам, что готовлюсь к тому, чтобы принять божества Шри Шри Радха Шамасундара и Шри Гауранги Махапрабху. Then I understood that I had no choice. Тогда я вам написала так, потому что понимала, что у меня нет выбора. That I would have to worship them because I promised my mother that I would help her. Что мне придется им поклоняться, потому что я обещала маме, что буду помогать ей. Devotees told me that I would have to worship in spite of the fact that I would be covered in baby drop. What do you call that? Excretia. And diapers filled with urine. Преданные сказали мне, что я должна буду поклоняться, несмотря на то, что буду вся в детских испражнениях и, ну, в общем, с использованными подгузниками, мягко говоря. The promise needs to be fulfilled. Обещание нужно выполнять. But looking at how my mother lives, I do not want to live like her. Но видя, как живет моя мать, я не хочу так жить. Я не хочу жаловаться на нее, она пожилой человек. Но когда она начала поклоняться божествам, она перестала успевать вычитывать круги. She does not read Srila Prabhupada's books at all. Она вообще не читает книг Прабхупады. And does not even agree to listen to his lectures when I try to inspire her to do so. И даже не соглашается слушать лекции Прабхупады, когда я пытаюсь ее вдохновить на это. She says that she sees Sri Sri Radha Krishna and their leelas. Она говорит, что видит Шри Шри Раду Кришну и их лилы. I have a question. У меня вопрос. Can we worship deities to the detriment of our basic spiritual practice, japa and reading books? Разве можем мы поклоняться божествам в ущерб своей основной духовной практике,
то есть джапе и чтению книг. Perhaps if the deities themselves decide to come to us, I will engage my children in their service and my husband will help. Возможно, если божества сами решат к нам прийти, я буду задействовать в служении им своих детей, и муж будет помогать мне. He is now successfully taking the Bhakti Shastra course and preparing for the second initiation. Сейчас он успешно проходит Бхакти Шастры и готовится ко второму посвящению. What did I just say? He's now successfully taking the Bhakti Shastra course and preparing the second initiation. But it's hard for me to concentrate. Но мне тяжело сосредоточиться. I want to consciously go through Bhakti Shastras, not in order to get a recommendation, but to understand Srila Prabhupada's books as a guide to life. Я хочу осознанно пройти Бхакти Шастры не ради того, чтобы получить рекомендацию, но чтобы понять книги Прабхупады как руководство к жизни. Best of all, I understand Srila Prabhupada's lectures. Лучше всего мне понятны лекции Прабхупады. I never wrote to you because I did not consciously approach Krishna consciousness. Я вам никогда не писала, потому что не подходила осознанно к сознанию Кришны. I had a period after the birth of my children when I completely abandoned spiritual practice and wanted to leave ISKCON because I saw how senior devotees did not follow their vows, how they fought for power and money in ISKCON, and I thought that there were no devotees who strictly practiced Krishna consciousness. У меня был период после рождения детей, когда я полностью бросила духовную практику и вообще хотела уйти из ИСКОН, потому что видела, как старшие преданные не следовали обетам, как они боролись за власть и деньги в ИСКОН. И я думала, неужели нет личностей, которые строго следуют сознанию Кришны? But when you told me to listen to Srila Prabhupada's lectures and I began to do it, I understood the meaning of life, the law of existence, and came to the conclusion that Srila Prabhupada is most important, for he is the person who followed what he said and followed the parampara. Но когда вы сказали мне слушать лекции Прабхупады, я стала делать это, я поняла, в чем смысл жизни, каков закон существования, что важнее всего Шрила Прабхупада, и что он та личность, которая следовала тому, что говорил и следовал духовной парампаре. I again began to chant my rounds and improve my sadhana. Я снова стала повторять круги и налаживать садхану. Now I have a purpose in my life. Теперь у меня появилась цель в жизни. Your seminar about women masters or mothers inspired me to follow Sri Dharma. Ваш семинар «Женщина, госпожа или мать» вдохновил меня следовать Sri Dharma. I do not understand what I should do. Я не понимаю, каковы должны быть мои действия. Я в отчаянии, потому что не могу закончить Бхакти Шастры. Please guide me. Пожалуйста, наставьте меня. So that's the end of the letter. Конец письма. So obviously, a very, very sincere devotee. Безусловно, это написала очень искренне преданная. Who really wants to do the best she can in service to Guru Srila Prabhupada. Которая стремится наилучшим образом служить своему духовному учителю и Шриле Прабхупаде. To her husband. Также своему мужу. And to look after her children and family. И заботиться о своих детях и своей семье. And to serve Krishna in the best possible way. И стремиться служить Кришне наилучшим образом. And wants to study Shastra and become more deep in her understanding. Который хочет изучать Шастры и углубить свое понимание Шастр. But finding herself in a very difficult situation. Но она оказалась в сложной ситуации. Where it's difficult to fulfill all the responsibilities. В ситуации, когда ей трудно выполнять все свои обязанности. And all the expectations that different people have of her. И оправдать ожидания разных людей, которые чего-то от нее ожидают. Especially as her responsibilities are going to
increase even without deity worship. Her responsibility is going to increase as she is going to homeschool her daughter. И поскольку она будет заниматься домашним образованием своей дочери, ее обязанности возрастут, то есть они увеличатся, даже без поклонения божествам. Now there's something here which I very strongly disagree with. Здесь, конечно, есть один момент, с которым я категорически не согласен. The devotees told her that she would have to worship deities despite being contaminated by the stool and urine of her baby. Это тот момент, когда преданные сказали ей, что она должна будет поклоняться божествам, несмотря на то, что будет вся, так сказать, измазана в детских испражнениях и с грязными подгузниками на руках. Where has this idea come from? Я не понимаю вообще, откуда взялась эта идея. It's not from our guru, Srila Prabhupada, or from sadhu, or from shastra. So where has this come from? То есть это источником этой идеи не является ни гуру, ни Шрила Прабхупада, ни саду, ни шастры. Откуда вообще эта идея взялась? In deity worship, purity is absolutely required. Одним из самых важных требований при поклонении божествам – это чистота. In fact, deity worship is not specifically required in this Kali Yuga. Chanting the holy names is required. Вообще, строго говоря, в Кали-Югу не требуется, то есть не обязательно поклонение божествам. Достаточно повторять святое имя. Srila Jiva Goswami in his Bhakti Sandarbha has discussed why then deity worship is also recommended in this age. В Бхакти Сандарбе Шрила Джива Госвами объясняет, почему в этом случае в Кали-Югу все-таки рекомендовано также поклоняться и божествам. And Srila Prabhupada quoted this several times. И Шрила Прабхупада цитировал этот момент, ссылался на этот момент несколько раз. That Srila Jiva Goswami said that in Kali Yuga people tend to have impure habits and impure lives. Шрила Джива Госвами объясняет, что в Кали-Югу у людей нечистые привычки, то есть они ведут нечистый образ жизни. But that a major purpose of deity worship is to regulate the devotees in a way that they do lead clean lives and pure lives. Смысл поклонения божествам, цель поклонения божествам в том, чтобы преданные очистили свою жизнь, очистили свои привычки, участвуя вот в этом поклонении. Yeah, it's not essential in Kali Yuga, but for that is one major purpose. Это не так важно в Кали-Югу, но вот это одна из основных целей поклонения. The question should not even arise, can one worship deities in a contaminated state? То есть этот вопрос не должен даже возникать о том, может ли человек в оскверненном состоянии поклоняться божествам. Then again in the letter arises the issue. In the case of her mother, it appears she was doing the deity worship according to the proper level. Другой момент, то, что ее мать поклонялась этим божествам, и похоже, то есть она соблюдала все стандарты. But in doing so, then she didn't chant the 16 rounds, she didn't read books. Но при этом она не повторяла 16 кругов и не читала книги. Which those are the most important things. А это является ключевым моментом, самыми важными элементами. And as a result, it appears that she's not, although she might think she's on seeing Radha Krishna's leelas, but not even following the very basic principles. И поэтому ей казалось то, что она уже видит лилы Рады Кришны, но на самом деле, то есть уровень ее заключается в том, что она не в силах даже
следовать основным принципам. So if there's a choice, if you don't have the time to do both proper deity worship, which takes a lot of time actually, and a lot of energy if you're going to do it properly. Поэтому, если встает выбор, то есть заниматься поклонением божествам, поклонение божествам занимает много времени и усилий, если делать это правильным образом. Then the japa and reading and hearing, that has to come first. Выбор между поклонением и джапой и слушанием, то, конечно, выбор этот должен падать на джапу, повторение святого имени и на слушание. It's not at all proper that one gives up basic chanting in order to do deity worship. Это неправильно, когда человек перестает повторять джапу ради того, чтобы поклоняться божеству. I replied to her letter as follows. Мой ответ на это письмо был таким. Thank you for your frankness in expressing your difficulties and for your commitment to Krishna consciousness. Спасибо за вашу откровенность в признании ваших трудностей и за вашу приверженность сознанию Кришны. Your letter confirmed for me that many devotees who accept deity worship are not in a proper position to do so, and it actually retards rather than enhances their progress in devotional life. Ваше письмо подтвердило, что многие преданные, которые начинают поклоняться божествам, не в состоянии делать это, и такое поклонение на самом деле замедляет, а не ускоряет их прогресс в преданном служении. And that's a very important point, isn't it? Это очень важный момент, не так ли? That we, if we're going to accept deity worship, that should enhance our progress in Krishna consciousness. Если человек начинает поклоняться божествам, то он ожидает, что это будет способствовать его прогрессу в сознании Кришны. But if as a result, then our japa becomes impeded and our regular chanting, hearing and reading becomes impeded, it means that we're going backwards in spiritual life. Но если в результате поклонения божествам страдает наша джапа, слушание и чтение, это означает, что мы не прогрессируем, а наоборот деградируем. Deity worship is optional. Hearing and chanting are not optional. Поклонение божествам – это опция, то есть это факультатив. Слушание и повторение – это обязательные дисциплины. Deity worship can be accepted if it can be properly done. Поклоняться божествам можно, если есть такая возможность. And if it supplements our basic hearing and chanting, not that it should impede our hearing and chanting. И если это поклонение дополняет слушание и воспевание, а не препятствует ему. So I continued the letter as follows. Так, письмо. То есть мой ответ продолжается. The first priority among devotional practices must be the daily chanting of minimum 16 rounds of the Maha Mantra. Главным приоритетом духовной жизни является ежедневное повторение как минимум 16 кругов Махамантры. Right, it makes sense, isn't it? То есть это так, не правда ли? This is spiritual ABC. То есть это азы духовной жизни. Now, there may be cases when someone's very sick or they're very old and weak. Конечно, могут быть ситуации, когда человек болен, или он слаб, или он очень стар. But in ordinary circumstances, the chanting of minimum 16 rounds is the most essential principle. Но в обычной ситуации самым важным моментом является ежедневное повторение 16 кругов Махамантры. So I continue the letter as follows. Далее я написал следующее. If there is not enough time to do both this minimal chanting and perform deity worship, then the deity worship should be stopped or not undertaken at all. Если у вас нет времени, чтобы совмещать такое повторение и поклонение божествам следует оставить или не начинать вообще. So here, yeah, I'll get back to that later. Considering your circumstances,
I advise that you not accept deity worship or any other service that will place extra strain upon your already busy life. Учитывая ваши обстоятельства, я советую вам не начинать поклонение божествам и не выполнять другого служения, которое будет создавать дополнительную нагрузку. Вы и без того достаточно заняты. You need time to dedicate to your children also. Вы должны посвящать время своим детям. We should, at least for now, drop the plan for your brahminical initiation. На данном этапе нам следует отказаться от вашего второго посвящения. It is by no means essential. Оно не так важно. Chanting Harinam is the essence of all spiritual practices. Суть духовной практики – это повторение Харинамы. Please do whatever is required to bring your chanting level to the minimum of 16 rounds daily. Пожалуйста, постарайтесь довести свой уровень до 16 кругов в день. Continue to hear Srila Prabhupada's lectures whenever you can, such as during cooking. Продолжайте слушать лекции Шрилы Прабхупады, когда можете, например, во время приготовления пищи. We can discuss more when we meet. Мы можем обсудить подробности при встрече. So the discussion is going on now. That's the end of the letter, and this discussion is going on now. На этом письмо заканчивается, и вот это обсуждение как раз сейчас, в данный момент, и происходит. Now you may have noted that I stated that if you don't have enough time for the minimal chanting and deity worship, then the deity worship should be stopped. Обратите внимание, что я сказал, что если у вас нет времени, чтобы совмещать воспевание, слушание и воспевание поклонения божествам, то поклонение божествам нужно прекратить. Now that might sound very non-devotional. И это может на первый взгляд показаться, ну, то есть противоречащим духу преданности. To tell someone to stop deity worship. То есть это противоречит принципам преданного служения, когда вы запрещаете человеку или отговариваете человека от поклонения божествам. But then it's not devotional to not chant 16 rounds. Но не нужно забывать, что точно так же можно сказать и о 16, повторении 16 кругов. Если кто-то не делает это также противоречит принципам преданного служения. That principle comes first. И этот принцип стоит на первом месте. Once deity worship is started, it shouldn't be stopped. Когда вы начинаете поклоняться божествам, это поклонение не должно прекращаться. But I see in so many cases that devotees, anyway, they stop because they're overloaded or they just don't feel like doing it anymore. Но я часто встречал, как преданные вынуждены просто оставить поклонение божествам, поскольку они либо перегружены какой-то нагрузкой, либо просто не хотят продолжать это делать. And then they make the offense of having started and then stopping or bringing the standards down drastically. Таким образом, эти преданные наносят оскорбление божествам, начав поклоняться и перестав поклоняться, или значительно снизив стандарты поклонения. Or in many cases they start the deity worship and they go on with it, but it's really not at a very good standard at all. Иногда преданные начинают поклоняться божествам и продолжают поклоняться, но следуют очень низким, недостаточно высоким стандартам. Which is why I am very conservative in the matter of granting permission for deity worship. Поэтому я очень home deity worship. Консерватив в разрешении домашнего поклонения божествам, поклонения домашним божествам. It's not at all good if deity worship is started and stopped. Это не очень хорошо, мягко говоря, когда начинают поклоняться божествам, а потом прекращают делать это. But I may sometimes say to do that rather than stopping or decreasing your chanting of 16 rounds. Но once again, I may sometimes say you stop deity worship if by doing that deity worship you're not properly chanting your rounds. You're not spending time for hearing and reading. Поэтому я часто могу сказать прекратить, то есть дать указание прекратить поклоняться божествам, если это препятствует слушанию, воспеванию и чтению. To start deity worship and then stop it is not at all good.
То есть плохо, когда вы начинаете, а потом прекращаете поклоняться. But then to vow to chant 16 rounds and not do so, that is also not at all good. Но если вы даете обет повторять 16 кругов и не следуете этому обету, это в этом тоже ничего хорошего нет. So you see that sometimes devotees they take up deity worship and they're able to do it, but then the circumstances change. То есть часто можно встретить, что преданные начинают поклоняться, поклоняются божествам, но потом их жизненные обстоятельства меняются. So again, that's why I'm very cautious in this regard. Именно поэтому я вот так настороженно отношусь и редко. In this particular case, I would recommend this young lady that you don't take up the deity worship. И поэтому в этой ситуации я порекомендовал этой матаджи не поклоняться, то есть не начинать даже поклоняться этим божествам. If the husband insists, I would request the husband, please don't force your wife to do something which is going to seriously overload her. И если муж ее будет настаивать на том, чтобы она поклонялась божествам, то я тогда обращусь к мужу, попрошу его, чтобы он не нагружал свою жену, поскольку у той достаточно нагрузки и без этого. You may come under pressure from other devotees who say, no, no, you worship, well, there's no problem, you don't have to be clean and this and that. Конечно, другие преданные тоже могут, так сказать, говорить о том, оказывать какое-то воздействие, влияние, говоря о том, что ничего страшного в этом нет, вы можете совмещать. We should know that this is not proper. We have to resist such actually wrong preaching. И мы должны понимать, что это неправильно, и на самом деле мы должны сопротивляться такой неправильной проповеди. Now there is some idea that for worshiping Gaur-Nitai, it doesn't matter. You just do anything you like. Бытует представление, что в поклонении Гаур-Нитай не особо важны эти вещи, можно просто, так сказать, как-то им поклоняться. Поскольку Шрила Прабхупада говорил, что Гаур-Нитай не принимают во внимание оскорбления, донесённые. Но если вы будете думать, ну это же Гаур-Нитай, они не принимают всерьез оскорбления, то само по себе этому настроение, оно оскорбительно. What's the point of so-called worship, if you're from the outset thinking I'm going to make offenses? Какой смысл тогда в этом поклонении, если вы изначально понимаете, что вы будете совершать оскорбления? Gaur-Nitai don't accept offenses means that if you sometimes make some mistake or something, but if you deliberately make offenses and make that a standard practice, then why should they accept your service? Это утверждение, что Гаур-Нитай не принимают оскорбления, означает, что если во время поклонения вы, так сказать, нечаянно допустите какую-то оплошность, то тогда не прощают, так сказать, не принимают во внимание. Но если вы это делаете стандартом своего поведения, что вы, так сказать, совершаете оскорбление, то с какой стати вообще Гаур-Нитай вообще будут принимать ваше поклонение? So you worship the Lord in picture form at home. Поэтому просто поклоняйтесь Господу в форме изображения у себя дома. You can worship Tulsi at home. Можно поклоняться Туласи у себя дома. You may keep a deity of Srila Prabhupada at home. Можно дома поклоняться Мурти Шрилы Прабхупады. But please, great caution in the matter of worshiping the Supreme Personality of Godhead in His deity form. Но при поклонении Верховной Личности Бога в форме Божества нужно проявлять особое внимание и осмотрительность. We want that in every home in Russia and every home in the world there will be deity worship. Мы хотим, чтобы в каждом доме, в каждой семье и в России, и по всему миру велось поклонение божествам. But that should actually be worship and not some farce. Но это должно быть поклонение, а не какая-то жалкая пародия на поклонение. Our acharyas have given standards. The standards should be followed. Наши ачарьи установили стандарты, и этим стандартам нужно следовать. I've actually spoken about this
on many occasions and written many letters in this regard. На самом деле, на эту тему я говорил много раз во многих лекциях и написал много писем. Maybe those letters and the recordings of those talks are not widely circulated or not widely known among my disciples in Russia. Возможно, эти лекции или эти письма, в которых я отвечал на подобные вопросы, не распространены или не переведены на русский язык, и поэтому преданные в России их не слышали или не читали. So I'm trying to make the point very clear here today. Поэтому здесь и сейчас, то есть я сегодня говорю об этом вновь. And I think you can understand from the incidents that I have described how in all sincerity and with good intention, devotees have taken up deity worship, but the result in course of time has been seen to be actually detrimental to their proper advancement. И этот пример демонстрирует то, что несмотря на позитивный настрой в начале и, так сказать, благие намерения, со временем обстоятельства изменились, и поклонение божествам превратилось как бы в препятствие духовной жизни. All right. That's what I want to say in this regard. Вот это что, все, что я хотел сказать на эту тему. And that Mataji devotee who wrote me the letter, she wants to please think about this, and then if you want to discuss with me further, I'll be available for that. И Матаджи, автор этого письма, то есть вот она может принять к сведению мои слова, и если у нее остались какие-то еще дополнительные вопросы, она может подойти ко мне и обсудить те моменты, которые остались непонятными, неясными. Previously, I used to try to meet all the devotees individually during these camps. Раньше во время фестиваля я встречался со всеми преданными, которые приезжали, проводил даршаны. I'm not doing that. From last year, I'm not doing that. С прошлого года я перестал это делать. As it's become an overload for me to everywhere try to meet all the individual disciples. Поскольку для меня такие индивидуальные встречи стали уже непомерной нагрузкой. You please excuse me, but my health is also, physical health is also a consideration as I'm getting older now. Я прошу прощения, но я вынужден учитывать обстоятельства, то есть физическое здоровье мое с возрастом ухудшается. And I have what I consider to be a lot of important service in Srila Prabhupada's mission in writing books. И я должен это учитывать, и поэтому своим основным служением, поскольку я считаю написание книг своим основным служением. But if there's some important personal matter, as in this case, if everything is not clear, then can meet and discuss also. Мне пришлось отказаться от идеи личных даршанов, но если у преданного есть какие-то важные вопросы, моменты, то, конечно, безусловно, он может обратиться ко мне. It's not that darshans are completely closed, but if there's some important matter that you think that I should know, then you please see me. Не означает, что даршанов больше вообще не будет. То есть опять повторюсь, если какой-то важный момент, серьезный, то можете обратиться. Otherwise, I'll just take it for granted that you're going on in devotional service and everyone has ups and downs, but you're doing okay. I'll take it like that. Поскольку в противном случае я просто буду понимать, что вы продолжаете практиковать сознание Кришны, несмотря на то, что, возможно, у вас есть какие-то взлеты и падения. То есть это ничего страшного в этом нет, но вы продолжаете практиковать сознание Кришны, и ваше присутствие здесь как раз это иллюстрирует. From time to time I get
letters from Kalindi Priya Mataji in Aboriginal Chalmers. Регулярно я получаю письма, отчеты даже от Матаджи Калинди Прии из Набережных Челнов. And she gives me a report on how my lady disciples there are doing. И она отчитывается о том, о той деятельности в преданном служении, которые заняты мои ученики, ученицы в Набережных Челнах. So I'm happy that under her guidance and her husband's guidance they're flourishing in devotional service. И я рад, что под ее руководством чутким и руководством ее супруга эти преданные у них все хорошо в духовной жизни. So now I'd like to call Jaya Satchinandana, Jaya Satchinandana. Сначала я хотел бы позвать Джая Сатчинандану. I'm very happy that he's living as a good brahmacharya in our center in Salem in South India. Я очень доволен им тем, что он живет вашими брахмачарьями в нашем центре в Салеме. And I'd just like him to say a few words to you. He can give a little talk for one or two minutes in Tamil language. Я хотел бы, так сказать, продемонстрировать его способность говорить на тамильском языке. Вот я попросил его в течение пару минут сказать что-то, рассказать вам на тамильском. Which you don't understand and I don't understand. И я, ни я, ни вы, конечно, этот язык не понимаем. I understand Hindi and Bengali, but they're very different languages from Tamil. Я понимаю хинди и бенгали, но эти языки совсем не похожи на тамильский. But I just want you to see how he's picked up that language and is able to present Krishna consciousness in that language, and I'm very happy that he's doing so. Ну, просто хочу продемонстрировать вам, что он овладел этим языком и может даже на нем проповедовать. И хочу вам это продемонстрировать. And then I would like и я, да, очень рад и доволен, что он способен на это. Then I would like him to speak for a few minutes about his life in the Brahmachari ashram there. И после этой, так сказать, вступительной речи на тамильском, он несколько слов скажет о своей жизни в вашем брахмачари в Салеме. And maybe encourage some young men who want to spend 1 year or maybe more living a traditional brahmachari life, that they may also go there and do so. И, возможно, ему даже удастся вдохновить каких-то юношей, молодых людей, неженатых, отправиться туда, в Индию, пожить там хотя бы год или два, провести в этом ашраме, в этом центре. Thank you to all the parents for keeping your darling little children under control. Хочу выразить благодарность родителям за то, что ваши любимые, дорогие чада не бегают, не блуждают здесь во время лекции. We love all the little children and we're very glad that you're raising them in Krishna consciousness, but you please, during these meetings, you please see that they're not running here and there. Thank you very much. Мы очень, очень любим ваших детей, и мы очень рады, то, что вы воспитываете их в сознании Кришны. И большое вам спасибо за то, что вы не позволяете им во время лекции здесь бегать, шуметь и отвлекать внимание. Okay. By the way, Tamil is a language spoken by about 70 to 80 million people. It's not as many as Russian, but it's still not a small number. Между прочим, на тамиле говорят примерно 70-80 миллионов человек по всему миру. Okay, so speak for a minute or two. In Tamil, you'll see it's even the sound is very different to English, Russian, Hindi. Ellorum vanakkam. That means welcome to all, something like that. Good wishes to all. Dhanyavad pranam.
Nudaya Pair Jay Sachinagan Das. Nan Selatil Basikirain. Idi Rumba Nalaidam. India Kalachara Krishna Narvirkum. Veda Kalachara Tirkum. Megavum Nirukamaga Ulad. India Makalak. Guru Vedam Epadi Mariade Seya Vendum Enruterium. Epadi Elimaya Gavala Vendum. Enpade Ponru. Nilaya Vishayangal Terium. Selatim Selatil Peria Nala Kovil Krishna Rudaya Kovil Irik. Devisid Selatil Koviliku Panga. So translate it into Russian. Итак, я живу в городе Салем, в Южной Индии, и это очень хорошее место, где есть ведическая культура, индийская культура очень близка к ведической, и поэтому это также очень способствует сознанию Кришны. И люди в Индии, они знают, как поклоняться гуру, как уважать старших. И много аспектов ведической культуры мы можем увидеть там. Также в Салеме строится большой храм, каменный храм Господа Кришны. И мы будем рады, чтобы все были, приехали туда, увидели, как там живется. Харе Кришна. Да. На самом деле у нас есть примерно 50 брахмачари. Постоянно кто живет в брахмачари-ашраме в Салеме. И порядка 60 семей, которые уже живут рядом с храмом и еще приезжают все больше и больше. И в течение буквально 3 лет президент Ятры Гокул Чандра Прабу, который является старшим учеником Махараджа, планирует уже открыть храм в течение 3 лет, который будет функционировать как главный центр проповеди вообще в Южной Индии. Этот храм рассчитан на 1000 людей. Мы можем принимать 1000 людей ежедневно и кормить их просадом, и одновременно проповедовать им сознание Кришны, нести чистое послание. И этот храм будет просто жемчужиной Южной Индии. Уже даже храм еще не построен, но уже 1000 людей приходят на наши праздники. И мы даем им чистое послание Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам и кормим их просадом. И только можно представить, сколько людей будет приходить, когда храм откроется. К сожалению, тут нет возможности показать фото или видео, но это можно организовать, наверное, в другой день, если организаторы будут так милостивы. Очень сложно рассказывать о том, о чем мы не имеем опыта. Но жизнь в Сальме построена очень простым образом. Там нет электричества ни в храме, ни в брахмачари-ашраме. Освещение осуществляется с помощью масляных ламп. И мы, естественно, встаем, когда еще солнце не встало, когда все тихо, у нас есть утренняя программа спокойная, и когда солнце встает, мы начинаем делать служение. И когда солнце заходит, мы естественным образом уже готовимся ко сну. То есть размеренная жизнь. Мы можем видеть луну каждый раз, когда луна светит, мы знаем, она растущая и убывающая луна. Но люди в городах, они даже не видят луны с этим искусственным освещением. И еще один аспект, очень редкий,
наших храмах в Искон, это мы готовим только исключительно на дровах, то есть нет ни газа, ни электроприборов на кухне, и все готовится на ги, чистом ги, без масел. То есть высокий стандарт поклонения, готовки и поклонения божествам. И этому действительно стоит научиться и пытаться применять в деревнях, допустим, это вполне возможно, осуществимо. Вообще стандарты чистоты тоже очень важный аспект в жизни преданных. Тоже можно научиться там. Это, так сказать, такая школа выживания, можно сказать. То есть, если прожить там буквально 6 месяцев, можно многому научиться, чего трудно увидеть в российских храмах Искон. Несомненно, тренировка, философия одна и та же, но применение ее на практике, понимание, глубокое понимание, которое дают старшие преданные в Салеме, это действительно что-то стоящее. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И преданные в Салеме, они очень открыты и гостеприимные. И любой, кто приедет туда, он может пожить там некоторое время. Даже грехасхи могут приехать и пожить там неделю, месяц. Или даже, если им все будет понравиться, они даже могут приезжать на более долгий срок. То есть мы никого не отвергаем, скажем так. И, кстати, когда храм будет открыт, то даже будет возможность принимать большие группы преданных. Будет открыта как гостиница при храме. Прямо на территории храма строится очень много комнат для гостей. И даже большие группы преданных, даже по 100 человек, будет не проблема принять и накормить их просадом. То есть сейчас это развивается все. У нас есть гаушала, которой 35 коров. Они очень хорошо заботятся, они дают молоко. Они очень любвеобильные, эти коровы. У нас также есть ферма, где выращиваются, мы выращиваем рис, дал, овощи и специи, давим наше масло. И мы уже как приближаемся к тому моменту, когда храм будет самодостаточным в большей или менее степени. Мы не будем зависеть от пожертвований. То есть мы сможем накормить тысячи людей благодаря тому, что у нас есть зерновые, у нас есть овощи и масло, да. Это очень хорошая система, которая действительно работает. Самодостаточность – это один из принципов общин, и мы стремимся к этому, воплотить это в жизнь, и это вполне реально, вполне осуществимо. То есть я могу... Харе Кришна. Но действительно, лучше один раз увидеть. Это незабываемый опыт. И даже короткое время пребывания в Салеме останется в вашей памяти надолго. И те преданные, которые уже были там, брамачари и грихасхи, у них очень сложилось очень хорошее впечатление об этом храме, об этой общине. Подавляющее большинство преданных там – это ученики Махараджа, и там нету никаких разногласий насчет того, какие да стандарты должны быть, и насчет этого можно быть спокойным. То есть, высокие стандарты приветствуются, и они практикуются. То есть, нету таких беспокойств, как в России. Очень многие преданные обеспокоены тем, что очень много отклонений, очень много споров ведется
Если молодым брамачари это все надоело, пожалуйста, приезжайте к нам. Вы можете спокойно просто практиковать сознание Кришны, и вообще не ум будет спокоен. И получить этот стержень сознания Кришны и идти и практиковать это уже в течение оставшейся жизни, это поможет укрепить нашу веру и нашу садхану. Все, хорошо. Спасибо большое. Если будет возможность, я попрошу, пожалуйста, мы можем показать короткое видео на несколько минут в другой день, чтобы это более практично и как это было. Харе Кришна. Харе Кришна.